друзья, в который раз городской дом культуры принимает любителей юмора, шуток и смеха. Сегодня у нас настоящий праздник – районный фестиваль КВН. В фестивале принимают участие «Золотая молодежь», средняя школа деревня Мальковичи, команда «Раки в атаке», Люшинская детский сад, средняя школа. Команда «Буграх», средняя школа номер 2. Дети в возрасте, разделочная средняя школа. Команда «Тумблер», средняя школа номер 3. Пристегнитесь, танцующие лицеи. Команда «Вверх», Круговичская средняя школа. Перед тем, как зарядиться хорошим настроением на весь год, позвольте представить вам наше компетентное жюри, которое будет оценивать сегодняшнюю игру. Рылка Оксана Вячеславовна, главный специалист отдела образования и спорта Красноярского райисполкома. Санька Александр Ануфриевич, секретарь Красноярского общественного отделения Белорусский республиканский союз молодежи, председатель жюри. Гурская Ирина Аркадьевна, директор городского дома культуры. Пашкевич Надежда Анатольевна, главный специалист по идеологической работе отдела идеологической работы культуры и по делам молодежи Красноярского райисполкома. Грибовская Софья Ивановна, социальный педагог гимназии города Ганцевич. Очередность выступления команд будет проходить согласно жеребьевке. По окончанию игры жюри определяют первое, второе и третье места, а также участники награждаются по номинациям «Лучший КВНщик», «Лучшая КВНщица» и «Лучшая шутка». Под ваши бурные аплодисменты районный фестиваль клуба веселых и находчивых объявляется открытым. Ну что ж, а командам остается пожелать ни пуха, ни пера. Районный фестиваль КВН проводится в два этапа. Это отборочный этап и финал. По итогам сегодняшней игры будут определены 5 команд, которые примут участие в финале. Итак, первый конкурс «Домашнее задание. Культура». Во время конкурса командам необходимо представить миниатюры на заданную тематику. Максимальное количество – 5 баллов. Под ваши бурные аплодисменты мы приглашаем на сцену первую команду «Золотая молодежь.
Смотрите. Да, я
Это была команда «Золотая молодежь». А сейчас под ваши аплодисменты мы приглашаем на эту сцену «Раки в атаке». Вышинская детский сад, средняя школа. Вы нас не ждали, а мы приперлись. И лучше повода мы просто не нашли. Вау! Все говорят, при виде всех нас. Вау! И мы себя представим сейчас. И мы начинаем. Дома.
Пожарная? Да, пожарная, здравствуйте, слушаем вас. Пожарьте мне, пожалуйста, картошечки. Если ты несовершеннолетний и тебе нужны деньги, просто посмотри эту миниатюру. Бабуль, а бабуль? Чаво? А дай ты мне финок. Чаво дать? Ну кэш. Чаво? Да блин, деньги мне нужны, мани, мани. А сколько надо? Печоха. Кого? Эх, 5 рублей. Анна, шо? Поточить. Кого будешь делать? Ну кабана, так, сходу, раз и все. Ничего не пойму. Да жрать я хочу. Слышь, бес, хры мои филки тратить. Иди вон, мои пироги заточи, которые я сама замутила. Красавчик. Когда сын ваше припух. Сын? Да, мам, да. Иди ко мне. Да, что такое? Ну что, милый, ты написал уже письмо Деду Морозу? Хоть давно уже. И что ты там написал? Ой, понимаешь, наушники новые надо. Телефон мой ваше не по моде. Да и шмотки все надо просто обновить. Губу придавишь! Красавчик! КВНщикам можешь ты и не быть, а вот культурным... Быть обязан! Всегда важно! Всегда с вами рак и водарья! На сцену приглашается команда «Бумеранг», средняя школа номер 2. Заведующий сельским
детским клубом. Врача! Доктор! Доктор! Результаты анализа готовы! Я умираю от любопытства! Хочу вам сказать, Игорь, вы не только от этого умираете. О школе. Здравствуйте, я ваш учитель русского языка. Сегодня мы пишем диктант. Никаких нот, оставили тетрадки, ручки записываем. Стало солнце. Петя в универе. Здравствуйте, я ваш учитель русского языка. Сегодня мы пишем диктант. Никаких нот, оставили тетрадки. Песочница, дети в нашем селе очень милые и добрые. Смотрим. Юля, Оля домой. И Алешу не забудьте. Смотрим, Ашот на рынке. Хочешь сладких помидоров, хочешь огурцов соленых, хочешь, я куплю приору, чтоб тебя катать. Ты не хочешь, я хочу. Я пошутил. Сладкие пуховики. Thank you.